Блейк Либел подозревается в убийстве жены, киевлянки Яны Касьян. Об этой трагической новости сообщает The Washington Post. В Лос-Анджелес, США, канадский сценарист и автор комиксов, 35-летний Блейк Либел убил свою супругу, 30-летнюю Яну Касьян, которая 3 недели назад родила малыша. Известно, что ранее Блейк повздорил с Яной, и девушка ушла жить к матери. Как утверждают инсайдеры, перед смертью Касьян просто зашла в гости к супругу. Тело Яны нашли в спальне Либела. Чтобы зайти в квартиру, полиции пришлось проломиться сквозь забаррикадированную дверь. Судмедэксперты зафиксировали, что кончина украинки наступила от травмы головы. Оказывается, девушку пытали в течение 3 дней. К слову, Блейк наиболее известен своим графическим романом «Синдром серийного убийцы». Поэтому, когда полиция обнаружила труп киевлянки, то сразу вспомнила сцену в комиксе Либела, где обнаженная женщина лежит в залитой кровью кровати. Сам же Блейк отрицает свое причастие к убийству. Если суд Лос-Анджелес, США, вынесет обвинительный приговор, мужчину может ждать смертная казнь. Отметим, что Либел также обвиняется в сексуальном насилии, которое он совершил за неделю до убийства, но вышел под залог.